В молодежном центре «Этаж» прошел творческий вечер «Свободный микрофон». Каждый желающий мог продемонстрировать собравшимся свой талант. Ребята выступали и со стихотворениями собственного сочинения. Вот четверо друзей мальчишек резво бегают в припрыжку, а три девчонки-болтушки собирают цветы на опушке. И вокруг красота, солнце слепит глаза, капли росы сверкают вокруг. Свободный микрофон – это возможность не только выступить с творческим номером, но и найти единомышленников и приятно провести вечер.